так быстро бегает? Так он подрос. Еще несколько месяцев, и он станет взрослым. Как это? Мне уже почти 5 лет, а я еще не взрослый. Но ты же не котенок, ты же человечек, поэтому ты и растешь медленно. Мам, а ты это говоришь, что я не расту? Я совсем не это говорила. Стоп! Вредные детки, ну почему вы не можете жить дружно, а? В кои-то веки я собралась сходить в театр, культурно провести вечер. Но мои вредные детки даже 5 минут не могут пробыть вместе. Куда ты собралась? В театр? И мы останемся дома совсем одни? Ну да. Думала оставить вас одних. Няня-то болеет. А я-то здесь думаю, почему ты такая красива, а ты, оказывается, в театр идешь. Ты что, хочешь сказать, что обычно я некрасивая? Нет, мам, он хотел сказать, что ты какая-то необычная, как раз для театра. Да-да. Правда? Дети, какие же вы у меня замечательные. Тогда я исчезаю. Вы тут играете, но в 9 часов спать. Обещаете? Да! Ну вот и славненько. Тогда я ухожу. Не скучайте. Пока! Пока! Будем делать? Ну, может быть, устроим пижамную вечеринку? Пижамную? Это как? Как-как? Родителей нет дома. Мы одеваем пижамки, находим кути-кути вкусняшек и... И танцуем! Ну, можно и потанцевать сначала, а потом будем смотреть... Мультики! Только мелюзга смотрит мультики, а мы будем смотреть ужастики. О, ужастики? Мне нравятся ужастики, давай включай. Тебе? Ха, да ты испугаешься в первые 5 минут. Не испугаюсь. Вот и посмотрим. Пойдем одевать пижамы. Пошли. Пойдет. Это вообще майка. Мне не нравится. Моя любимая пижамка. Буду единорогом. О, моя любимая пижамка. Буду пазаном. Единолог. О, пожарный. Пошли искать вкусняшки. Вкусняшка, нам нужны сладости, кукурузные палочки, конфеты, а не бананы твои. А, понял.
Ну вот кто в доме съедает все вкусняшки, а? Это не я. Ну и не я, конечно же. Света, смотри, что я нашел. Что это? Вкусно, мама! Целая коробка! Ничего себе! Если бы я только о ней знала! Ее бы уже не было! Ты на что вообще намекаешь, а? Я не на что. Ну ладно. Да это не просто сладости, это сокровище. Значит, ну, у нас будет вечеринка! Ура! Да, включай скорее музон. Совсем тихо. Мы тут мультики смотрим. Не знаю, чего там соседи выдумывают. Может, это вообще в другом доме шумят. Да-да, мы уже почти ложимся спать. Честно-честно. Фух, чуть не спалились. На нас что, соседи позавались? Угу, видите ли, громко им. О, злые дни. А давай еще громче сделаем. Нет, они тогда вообще полицию вызовут. Давай лучше ужастики посмотрим. Давай. Говорила, что ты испугаешься. Не-не, я не боюсь, смотри. Да! Сейчас этот ужастик закончится, и я следующий включу. Мамочки! Дети, где вы? Ой,
Вик, а ты что тут делаешь? Вот это вредные детки! Они что, всю вкусную маму, что ли, съели? И надо же заснуть прямо у телевизора, а? Ну, хоть пижамы переоделись. Ну вот как мне ходить в театр, а?